какого они цвета были? Пижонские, я думала, они пушистые, не белые. Слушай, а как они размножают? Вильдолеон. Вильдолеон, да. Они корешками, корнями. Корнями могут стать сложными, далеко и назад. Откуда сюда хотели взять? Вот это снимать один, сфотографирую близенько, а вон там розовый, а вон там бордовый уже, из маленьких. Там, видишь, посидел, очень хорошо. А у меня у соседки какой-нибудь.